Всем привет! Снова в нашем офисе вечер. Тепло. Работает отопитель. Я продолжаю заниматься Ямасаки. Установил звезду. Вчера мы меняли здесь подшипник, гайки затянуты на фиксатор резьбы, все чин-чинарем, новый сальник двугубый. Этот элемент у нас отремонтирован, будет ждать установки на мотоцикл. Сейчас я займусь заменой подшипников колес переднего и заднего колеса. Сейчас будем ставить подшипники. Это подшипники от переднего колеса. На этом лоскутке бумаги у меня размеры написаны. Это 201 подшипники. Два штуки. Написано «Россия». Туда-сюда. Щедрая страна. Щедрая душа. Ну, на самом деле это, я думаю, что это какой-то Китай. Очень дешевые. И вот два подшипника у нас для заднего колеса. Вот такие они разные, красивые, белые, красные. Маркировка подшипника здесь нанесена, вот здесь, на торцевой части. Что написано, я не вижу, да и видеть не хочу. Это 302 подшипник, хотя здесь на боковых написано, что это 203. Не верьте глазам своим, верьте инструменту замеряющему. Ну а это 202 подшипник во всей своей красе. Сейчас будем устанавливать. Итак, печерка моя заглушена. Угорел я от ее шума. И что я хочу рассказать. Вынул подшипники с переднего колеса. Оказывается, здесь стояли подшипники с размером 301. Но я со слепу прочел, что это 201, и купил 201 и два подшипника. Если бы я знал, что у меня не те, я бы, конечно, те, которые стояли, не выбивал. Но я их по месту прям в колесе помыл, вскрыл пыльники с одной стороны и с наружных сторон. Помыл и увидел, что один из них ржавый. Прям ржавый. Ну, если есть ржавчина, значит быть беде. Ну, из одной второй выбил. Кстати, сидели они вот здесь очень туго. Мяса много, толщина посадочная очень огромная, представляете, все это грел газовой горелкой и колотил, кое-как выколотил. В общем, мне нужно теперь два 301 подшипника, которых у меня нету. А эти попытаюсь сдать, а купить 301. Скорее всего, так и буду делать. Занялся задним колесом. В связи с тем, что я уже испытал с передним, не хотелось бы мне тут прогревать, выколачивать. Попробовал, они хорошие. Вообще хорошие подшипники, не болтаются. Вскрыл наружные обоймы. Увидел, что здесь присутствует смазка. Литол какой-то. Сейчас я пойду на улицу, попытаюсь вымыть это все. Помою и набью новую смазку Рубин. Этим я и займусь. Я лягу, присяду. Вымыл старую смазку. Снаружи вроде как ржавый подшипник, но внутри он вообще супер-пупер. Крутится хорошо. Не заедает. Сейчас помажу его Рубином и закрою крышкой.
замазал. И закрываем. Провернем, чтобы вошло там между шариков все. Ну, я думаю, этого количества смазки вполне достаточно. Еще этот подшипник послужит. Все вообще классно. То же самое сейчас проделаем и на этой стороне. Ну, с задним колесом вроде разобрались, все три подшипника обслужены, один из них заменен, это в звезде. Эти у меня будут лежать в запасе на случай выхода из строя тех подшипников, которые там были. А 201 подшипники будем на 301 заменять. Вот такие вот дела. То есть с передним колесом у нас вышла такая небольшая непонятка. В целом конструктив вообще добротный. Люблю китайчики. Всем спасибо, всем пока и до новых встреч.